Этот мексиканский болельщик приехал в Катар, чтобы поддержать свою национальную команду. Он не думал, что, посещая матчи в мусульманской стране, он приобретет для себя очень важное. В одной из мечетей Катара мексиканец ближе познакомился с исламом и решил произнести шахаду. Продолжение ролика смотрите на канале Нур ТВ+ по этой ссылке.